Тут, наверное, не все жители Ставропольского края и не все наши зрители, к сожалению, знают о том, что в Ставрополе уже на протяжении практически месяца работает выставка «Помни о нас». И вот теперь будете знать, потому что это тема нашего сегодняшнего эфира. В эфире программа «Прямой эфир». Как-то часто «Прямой эфир» говорю, ну и тем не менее. В эфире программа «Прямой эфир» на телеканале «Свое ТВ». Здравствуйте, меня зовут Сергей Надеин. Представлю вам наших сегодняшних гостей. Ирина Викторовна Реброва, историк, автор выставки той самой «Помни о нас». Здравствуйте. Здравствуйте. Карташов Андрей Владимирович, историк, Ставропольский медицинский университет. Здравствуйте. Добрый день. И наши гости из Германии. Штефани Шулер-Шпрингерум, профессор технического университета из Берлина. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И помогать нам будет Маргарита Юрьевна Райли, переводчик, которая не даст ни одному слову пропасть в нашей сегодняшней беседе. Ну, давайте начнем о самой выставке, наверное. Ирина Викторовна, расскажите, что за выставка? Выставка посвящена памяти пациентам психиатрических клиник, детям-инвалидам и врачам-евреям, которые стали жертвами нацистской оккупации в период оккупации Северного Кавказа в далеких 42-м, начале 43-х годов. Идея этой выставки пришла ко мне, когда я начала писать докторскую диссертацию и переехала в Германию. Как раз вот Штефани стала моей руководительницей на диссертации. И в этом центре я стала работать и писать диссертацию. Когда я дописала ее, я решила, что в документах ЧГК, это чрезвычайная государственная комиссия, где дается информация про уничтожение евреев сразу после освобождения той или иной города или деревни, есть еще много информации о том, что наряду с евреями были уничтожены пациенты психиатрических клиник, цыгане, военнослужащие, которые стали военнопленными. Да, и некоторые другие группы жертв нацизма. Поэтому идея создания выставки родилась сама собой, и мы написали проект и обратились в фонд, немецкий фонд, который называется «Память, ответственность и будущее», с целью создать такую выставку. И изначально я хотела ее создать только на русском языке и показать здесь, на территории Северного Кавказа, чтобы люди, которые здесь живут, знали и помнили тех конкретные группы жертв, которые существуют в нашей памяти. Да. Уже где выставка побывала? Это? Значит, мы ее открыли торжественно в декабре 2018 году в Ростове-на-Дону. Почему Ростов-на-Дону? Потому что со стороны России нашим официальным партнером был центр ВАПИК, это Всероссийское общество охраны памятников и культурного наследия, региональное ростовское отделение. И мы с ними работали на протяжении многих лета фактически 2018 года, и под эгидой этого сотрудничества я как раз проехала по всем городам, которые представлены на выставке, в том числе была в Ставрополе. Вот мы с Андреем Владимировичем познакомились как раз в рамках этой поездки. И решили, что местом официального первого открытия будет Ростов. Значит, с декабря 2018 года, уже получается сегодня у нас сентябрь, да, 2019, она проехала по городам Ростовской области. Это Ростов, Таганрог и Новочеркасск. Затем она побывала в Краснодарском крае. Это Выселковский район, поселок Заречный, станица Выселки, Краснодар город. Затем в Республике Адыгея, это город Майкоп. И теперь она находится здесь, в Ставрополе. И дальше поедем мы в Ейск и Карачаево-Черкесию, я думаю. И потом закончим ее в Кисловодске в следующем 2020 году, в апреле месяце. Но уже есть идеи и перспективы, что дальше она будет опять-таки передана музеям. Сейчас пока с Краснодаром и Береговой, с Ейским, вернее, музеем. И они дальше будут показывать по тем музеям региональным, которые не были охвачены в ходе вот этого путешествия. Можно, Маргарита, спросить, пожалуйста, у Штефани, в чем заключается работа совместная с Ириной Викторовной? What is the mutual relationship between you and Irina? What is your job on that section? On that Well, Irina came to us to do her PhD, and we were very happy to have someone from Russia speaking Russian to work on a topic of Russia, because we have our center that deals with anti-Semitism, but also with Holocaust history. And as we all know, a great part of the Holocaust happened here in Russia or in the former Soviet Union. Наш центр занимается как раз изучением жертв Холокоста, и мы познакомились с Ириной
в то время, когда она начала писать докторскую диссертацию. И вот жертва Холокоста в России здесь, и это заинтересовало нас. И это явилось вот сотрудничеством в этой области и развитие наших отношений. В чем конкретно сотрудничество заключается? Она была моей научной руководительницей. И так как и потом от центра мы подали заявку на финансирование этой выставки. И, соответственно, центр является как бы официальным. Ну, я являюсь куратором, а центр является носителем этой выставки. Ну, то есть, как бы та организация, которая выполнила ее, так скажем. Понял. Как в Германии вот к этому вопросу антисемитизма относится? Судя по тому, что центр создан такой наверняка, очень серьезно к нему относится. Во-первых, это первая часть вопроса. Я просто недавно был в Германии и разговаривал с молодежью. Они говорят, что они этот кусок истории, вот насколько это правда, просто взяли и выбросили. Вот, то есть это такая, вот как они нам говорят, это такая стыдная часть истории просто. Поэтому мы его... How is in Germany it's important that's a topic of Holocaust and what that center which place that center it's how what is representing in that center because it's very important I'm sorry that he was in Germany and he was told that the information about this Holocaust period is just go away from the именно потому что как стыдная часть истории because it's it is ashamed it is ashamed but you no, okay Yes, I think it's very important still today for for Germany and especially for German politics also, because when Germany was reunified in 1990, I mean, you know it here and everywhere else, people were a little bit scared what will happen if Germany will get big again and important and powerful. Short-cut and restate, okay? Я думаю, что это очень важная часть истории для российского общества, для германского общества, и придают этому большое значение не только все жители в Германии, потому что очень было с опасением смотрели во время объединения Германии в 1990 году, но этого не произошло, то есть опасения не оправдались, и, в общем-то, это важная часть. Истории для германского общества. So it was important also for international for German exterior politics to show to the world that we are dealing with this history. At the same time, there was a new generation that was more detached from the war that is dealing with it. Для немецкого общества и в том числе для государства Германии и для государственных политиков очень важная часть истории. И они хотят показать, что вот эта связь, историческая связь, обязательно она, преемственность присутствует, и поэтому это важная часть истории, и она не забывается. But we have still the problem, people know about the Holocaust, and there is still interest, but not very many people in Germany know about the high number of civilian victims here in Russia and the Soviet Union. And one of the reasons to do this exhibition was to put the focus on the forgotten victims, on part of the civilian victims. Несмотря на то, что важна для истории немецкого народа история Холокоста, статистика умалчивается или она не до конца известна, количество жертв, которые во время Холокоста, и в том числе здесь та часть... Именно в России, то есть в том числе мало знают часть про России, да? Вот я хотела перейти, и в том числе в России, сколько человек в России именно погибло во времена Холокоста, численность, количество и зверство, оно малоизвестно. И вот это важная составляющая центра, и вот над этим, в общем-то, и работают. И эта выставка как раз показывает, что забытые группы жертв, что мы привлекаем внимание к жертвам, которые
про которых мало знают в Германии, с одной стороны, но про которые скрыты под термином «мирные советские» здесь, в России, ну, на постсоветском пространстве тоже. Ну, и вот эти цифры, они как бы... Нет желания, да, умолчать, нет желания как-то скрыть, то есть все нет, это... Нет, это наоборот, раскрывать. Это хочется знать. И более того, я хочу сказать, что наша выставка сейчас, я была в музее Карлсхост, это русско-немецкий музей, и показала плакаты, которые у нас есть про этой выставки, да, потому что сама-то выставка здесь, в России, и коллеги очень заинтересовались, и мы сейчас ищем финансирование переводить выставку на немецкий и на английский, потому что мы хотим принести эту выставку тоже немецкому сообществу, которая мало что знает об этом. И пока последний вопрос Штефани, потом зададим еще. Маргарит, помогите мне, пожалуйста. Ну тогда пускай Штефани опровергнет вот это, то, что мне говорили. В школе изучается этот период? Потому что, чтобы я никому не рассказывал больше, если это ложная информация. In the Germany, in the school, is the students, they study that period of the history, that Holocaust. Yes, they study it. Yes. Ну вот, значит, when, меня в заблуждение, yes. Ребята ввели. And they study it not only once, but they study it in different ages. Yeah. По разных возрастах. Не только один, а единожды и в определенном классе. Это они изучают это на протяжении какого-то продолжительного времени. Ну, тогда получается, наверное, больше даже, чем мы, потому что у нас в истории совсем немного часов в школе выделяется. Это раз. И второе, мы все-таки говорим про Великую Отечественную войну. Наверное, Андрей Владимирович сейчас, да, меня поправит, потому что я уже некоторое время не преподаю. Но мы говорим о героико-патриотической составляющей войны, да? То есть Великая Отечественная война, битвы, сражения и... Ну, жертвы мы сейчас вспоминаем. Сейчас уже начинаем, да? Да, ну, несколько раз пересматривались. Нет, вообще, в целом, по стране мы сейчас вывели цифру 26,5 миллионов погибших. Да? Мы говорим о том, что у нас в одном Ставрополе только там 8 тысяч погибших, да, в том числе 4 тысячи евреев. Да? То есть эти цифры, ну, кстати, в Ставрополе уточняются. Извиняюсь, в Ставрополе есть у вас региональный учебник по истории Ставропольского края, и там в одном из первых учебников было написано про Холокост, что были даже жертвы Холокоста здесь, на территории Ставропольского края, что я не могу сказать о Краснодарском крае, например. Они, понимаете, об этом, ну, умалчивали. Да, ну, спасибо, да. Алексею Ивановичу Кругову, да, автору этого учебника, который занимался и занимается этой проблемой до сих пор. Андрей Владимирович, давайте по порядку опять вернемся к выставке. Почему медицинский университет именно ее принимает? Дело вот в чем. Дело в том, что Ставропольский медицинский университет стал одним из партнеров выставки наряду со Ставропольской психиатрической больницей, наряду с музеем имени Прозрителева и Правы, и на военно-историческое общество, и на правах партнера мы организуем и проводим выставку. Дело в том, что выставка-то, обратите внимание, она медицинская, историко-медицинская. То есть мы ближе к ней все, чем кто-либо. Мы ближе. Вот. Более того, почему все-таки... Что в ней медицинского? А? Что в ней медицинского? Ну, медицинская – жертвы. Жертвы, имеющие отношение к медицине. Угу. Это врачи-евреи, угу, это пациенты психиатрических клиник и пациенты детских домов инвалидов. Угу. Вот. Это первый момент. С медиками, со студентами лучше говорить на языке медицины. Им ближе всего вот, донести жертвы Холокоста через медицинскую тематику. Вот, рассказать о жертвах Холокоста. Вот, поэтому мы с удовольствием включились в эту работу, зная, что она не пройдет даром для нашего студента. Это первый момент. Второе, о чем нужно сказать, 72 человека погибших. Для медицинского вуза на оккупированной территории Советского Союза это большая цифра. Ни в одном другом медицинском вузе такого количества жертв нет. Вот Ирина Викторовна проехала Северный Кавказ, была в Ростовском медицинском, была в Краснодарском медицинском. Ну и более того, она еще вот подсказывает мне, что так глубоко эту тему, наверное, не изучает ни ростовский медицинский, угу, ни краснодарский, кубанский медицинский университеты. Вот. Ну, а я могу напомнить всем присутствующим, что на канале «Свое ТВ» был
не один раз фильм в эфире, показали, семестр которого не было, угу, который вот, ну, на 90% посвящен вот этой трагедии. В том числе в прошлом году, если я не ошибаюсь, на 9 мая мы показывали. На 9 мая показывали, угу, и в день памяти и скорби 22 июня фильм демонстрировался на Крепостной горе, угу, вместе с фильмом «Собибор», поэтому его уже хорошо знают в Ставрополе, и те истории, которые рассказаны, они берут за душу, они не оставляют равнодушными никого. Это очень важно для нашей молодежи. Еще один вопрос, буквально коротко тогда. В медицинском университете находится выставка. У нас в университеты попасть порой посторонним сложно. Жители города, края могут посмотреть, взглянуть на эту выставку? Я думаю, могут. Единственное, что у нас время ограничено. Мы еще вот в течение этой недели, до конца недели выставка у нас находится. Дальше мы ее передаем уже... Я понял, Виктор, поэтому нет, есть, но... возможность, если есть желающие, тогда в течение недели приходим в медицинский университет. Мы ее передаем в Ставропольскую психиатрическую клиническую больницу. Вот ее можно будет и там увидеть. Вот, ну, единственное, что необходимо обратиться по каналам телефонной связи через общий отдел, через... приемную ректора, есть телефон у нас контактный нашего вуза, и работники, сотрудники музея университета с удовольствием встретят любую группу и проведут, покажем, расскажем. Ирина Викторовна, есть там, да, экскурсоводы, которые могут всю историю рассказать? Я думаю, коллеги из музея Андрея Владимировича легко справятся с этой задачей. Лучше, чем автор выставки, вряд ли кто-то ее знает. Ну, там часть выставки посвящена вот действительно и Ставропольской психиатрической больнице, трагедии этой, и Ставропольскому медицинскому университету, и многие фрагменты этой жуткой истории изучаются в Центре истории медицины, в Центре изучения истории медицины Ставропольского медицинского университета, вот, в котором я имею честь работать. Поэтому мы изучаем этот вопрос на диссертационном уровне, пишем научные работы, поэтому нам эта тема хорошо известна. Маргарит, если захочет Штефани включиться в разговор, вы, пожалуйста, скажите, что в любой момент это можно сделать. Я хотела... Да, я поэтому на вас так внимательно свой взор посылаю. Штефани, можно? Гости. I think we have, in Germany, we have made the experience that it's very important to take not only children, of course, school is important, but also the adult people. So if you have an exhibition which is dealing with doctors and nurses and hospitals, it's interesting for the people who work there, of course, also for others. But you can also do, for example, teaching policemen. How did policemen behave during the war? How did teachers behave during the war? So I think it's a good way of making also grown-up people aware of what happened, to get them by their own profession. В Германии мы привлекаем не только молодежь и студентов к этому вопросу, но мы также стараемся привлечь большее количество людей, не только вот жителей, простых людей, но мы также по группам людей привлекаем, например, вот полицейский департмент, допустим, вот, или врачи, или студенты, или медицинский персонал, или, возможно, это преподаватели вузов и так далее. А какая из этих категорий больше интерес проявляет? Who is more interested? Which group of that social differentiation groups more interested? And that I think it's interesting if you go to an exhibition or a place where it's about your own profession. Mm-hmm. So if you are there was, for example, in a special program for policemen or soldiers. I mean, if you are by your own identity, your professional identity, and then that what makes it interesting. Mm-hmm. And why? And for children in school, the problem is that school is not a voluntary thing. So it's compulsory. Mm-hmm. So I think it's important to make it as little compulsory as possible. Я считаю, что более всего важно, когда привлекаешь группы людей, то есть группы по каким-то профессиональным группам, допустим, полицейским, им более интересно, более заинтересованы. Солдаты, например, тоже вот офицеры. А вот школьники, они вовлечены, ну, просто им как бы рассказывают, повествуют, но не настолько. Им нужно это знать, и просто говорят об этом, рассказывают, чтобы они знали
свою историю, а вот по группам это более им более интересно. Хотя я тут немножко не соглашусь, потому что для российских школьников тоже очень важно смотреть и понимать через образы прошлого, что происходило с их страной. Да? И вот в поселке Заречном есть краевед, я его не перестаю приводить пример всегда. Этот человек на протяжении нескольких лет водил группы школьников, пятиклассников к месту расстрелов пациента психиатрических клиники в поле, в открытом поле, где было 340 пациентов, было уничтожено. И он это делал и читал акт ЧГК детям 10 лет. И эти дети 10 лет потом на всю жизнь, они становились более чувственными, да, чувствительными к той трагедии. И когда я приехала в этот поселок спустя уже сколько лет, ну, в прошлом году я там была, да, и меня ведет мужчина, машину ведет мужчина, а краевед сидит рядом, и оказывается, что этот мужчина, который ведет машину, был тем пятиклассником, да, с того времени. И это вот как бы так продолжается и делается. Не, на самом деле с детства такие штуки, наверное, запоминаются, они врезаются. Да, просто по самому примеру, знаете, я в Керчи каменоломни вот эти есть, да, Аджимушкайский, да, и 7 лет я там был, и в прошлом году второй раз посетил, и такие флешбеки, знаете, я, оп, это я видел, это я помню, эту историю я точно помню, хотя я с того возраста ничего другого не помню, получается, а это так въелось в голову, потому что тема такая очень тяжелая, я в этом году сына 10-летнего свозил, тоже я уверен, ему это все. Поэтому я считаю, что вот сейчас говорят, надо делать 12+, 9+, или еще вот эти вот, как в России сейчас, ограничения по возрасту, да, страшная выставка, там фотографии не очень приятные, да, есть, можно увидеть, но все равно конечно, в 3 годика ребенок ничего не поймет, но уже средний школьный возраст, я думаю, можно и есть какие-то истории, которые рассказывают. И в Германии, кстати, тоже эта программа обучения, мы слышали, да, идет по уровням. Да? Сперва мы о чуть-чуть говорим, потом больше, больше, больше и глубже. Мы все говорим выставка. Вот сейчас услышали от вас, что там есть страшные картинки. А вот, ну, что за выставка? Давайте расскажем, что на ней там. Это был мой самый первый... Как выглядит она? Да, это мой был первый опыт. И он, ну, не сказать, чтобы блин комом, но все равно там очень много, это анастерическое, и там много информации, много слов, много текста, и тот человек, значит, она состоит из 17 стендов передвижных, и на каждом стенде имеется своя информация. Значит, первая часть выставки посвящена вообще теории, что такое политика уничтожения людей с ограниченными возможностями здоровья в нацистской Германии, на оккупированных советских территориях. То есть это такой общий взгляд. Дальше идет вторая часть, это 8 стендов, которые посвящены каждой психиатрической клинике и в каждом городе Северного Кавказа, и что конкретно там произошло. То есть представляется фотография здания, где была эта выставка, где была сама поликлиника, да, потом краткая информация, что произошло, сколько пациентов было уничтожено, и какие-то документы представлены. То есть эти документы я собирала как в России, так и в Германии, так и в коллекциях частных по всему миру, да, и в том числе в музее Холокоста, в музее Яд Вашем и так далее. Следующая треть часть выставки посвящена уничтожению пациентов врачей-евреев. Да, это 3 стенда. И первый стенд у нас посвящен эвакуированным евреям, врачам-евреям на Северный Кавказ, затем местные евреи, жертвы Холокоста. И третий стенд посвящен отдельно преподавателям, профессорскому составу медицинского университета. И это для меня была очень большая находка, знакомство с Андреем Владимировичем, потому что у них реально клад целый. Да? Мы увидели диссертацию 42-го года профессора Бляхера. Якова Исаковича, да. Который через год буквально был уничтожен. И много фотографий и так далее. Для меня было важно показать лица людей. Да? То есть одно дело, мы говорим о количестве жертв пациентов психиатрических клиник, и они безлики. Да? У нас нет фотографий этих людей. Другое дело, это врачи, которые были известны, которые достигали каких-то успехов в своем деле, и они стали жертвами. Я хотела показать лица этих людей. Но, к сожалению... еврейские общины не располагают достаточным количеством
визуального материала. То есть у нас есть фамилии, у нас есть даты жизни и все, да. Угу. Но в университете как раз я нашла очень много материала, и мы не весь, естественно, поместили на стенд, потому что один стенд не может вместить много. Андрей Владимирович, а почему вы этому такое внимание уделяете в медицинском университете? Не везде есть, видите, не везде собирают, не везде хранят. Вы знаете, это одна из серьезных, сложных, трагичных страниц истории нашего вуза. И нам хотелось донести ее до молодежи. Дело в том, что... Молодежи это надо? Молодежи, я думаю, надо. Я думаю, надо. Опять же, вот как мы сейчас говорим... Вы думаете, что им надо, а вот как они показывают, сейчас... нужно ли я это? Я скажу, да, я скажу. Мне приходилось наблюдать нашу молодежь, выступая перед ними с разными темами. Мы говорили о 23 февраля, о замечательном празднике, Дне защитника Отечества. И вот для некоторых народов, то, вот, на Северном Кавказе, это день депортации населения. Да? Вот, когда... Мы с другой темой вышли, с темой Холокоста. Те же мальчишки, которые вчера еще из-под лобья смотрели, вот, они стали слушать с вниманием. Почему? Потому что тема Холокоста – это тема очень национальная. Хотя под Холокостом мы понимаем не только уничтожение еврейского населения. И вот эта тема действительно привлекает. Она заставляет задуматься, заставляет замолчать. И если депортации, тут можно говорить о том, что вот там... у нас тут свой режим какой-то был, там, да, который уничтожал наше население, то тут, конечно, нельзя на одни весы ставить, но в то же время это снижает накал, снижает вот этот градус какого-то вот противостояния вот этих народов. И мы понимаем о том, что есть одна большая какая-то проблема, что остальное не так важно. И вот эта проблема, она объединяющая, консолидирующая нас воедино, вот в медицинское сообщество или вот в корпорацию нашего медицинского университета, мы становимся чем-то единым целым. Где историю можно узнать? Вот эту про пациентов психиатрической больницы нашей. Можно просто в интернете, может быть, какая-то литература. Можно сходить посмотреть. Есть монумент, памятник. На территории психиатрической больницы есть памятник жертвам. Единственное, что этот памятник, он без имен. Врачебная тайна, она остается. И по этой причине. По этой причине мы, наверное, никогда не узнаем списки погибших. Но такой монумент есть. На территории психиатрической больницы есть памятник и врачам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в том числе и тем, кто воевал, не только тем, кто погиб здесь, в оккупированном Ставрополе, потому что одновременно вот сотрудники нашего медицинского института являлись и сотрудниками психиатрической больницы. И вот погибли супруги Веленские, работавшие на кафедре психиатрии. Погиб профессор Брайловский. Кстати говоря, Леонид Исаакович Веленский, внук тех самых супругов Веленских. Мы ждем его завтра на открытие выставки. Это житель нашего города Ставрополя, который очень трепетно относится к истории своей семьи, к истории вот Ставропольского медицинского института, вот к той трагедии. Так что, ну, как-то так. И вот очень важно, я хотела дополнить, что четвертая часть выставки, она как раз посвящена памяти. Там два стенда, один посвящен советскому периоду, и там я показываю различные выдержки из газет или из книги художественной литературы. И постсоветский период, как раз вот эти памятники, которые стали возникать и строить уже после распада Советского Союза. И та деятельность вот коллег, допустим, в медицинском университете, либо в Ейском музее, которые собирают эту историю, которые являются носителями этого знания, да? То есть эта выставка тоже показывает. Вот, ну, ответить все-таки придется на ваш вопрос по поводу того, где это прочитать можно, да? Я уже думал, вы просто ушли. Нет. К сожалению, вопрос не так ярко, наверное, освещен и представлен в литературе, но есть. У нас есть книга памяти, мы ее назвали «Ставропольские медицинские дорогами войны». Небольшой тираж, тем не менее, он есть и в Краевой библиотеке, он есть в Краеведческом музее, он есть, естественно, в нашей библиотеке. Там биографии всех сотрудников, воевавших, погибших, вернувшихся с войны и тех, кто погиб здесь в условиях оккупации. В принципе,
тот список, который мы имели, он у нас весь наполнен. Мы знаем практически о каждом. Много или мало – это второй вопрос. Кроме этого, публиковались эти сведения, события в исторической литературе, которая издавалась в психиатрической больнице к столетию, к 110-летию больницы. Там этот акт приводился, уничтожение. Этот же акт и наш акт нашего института мы приводили в Ставропольском хронографе, который вышел в 2016 году, простите, медицинский хронограф Ставрополя. Это вот было такое издание, тоже небольшим тиражом вышло, тоже он есть в Краевой библиотеке, в музее и у нас в университете. То есть тема есть. Ну и в интернете некоторые научные статьи, которые опубликованы в научных изданиях, они видны, их можно открыть и интересующийся, почитать. Интересующийся найдет. Штефани, вопрос вам. Насколько вот эта работа, которую делает Ирина Викторовна, оказалась полезной в том числе для вашего центра? То есть для изучения вообще в Германии. Ирина do in your center, useful in your center? I mean, how her input work for your center? Well, it is very important for Germany also to be aware of the murder of the handicapped and the mentally ill, because it's a topic that even in Germany people don't know so much about. I mean, the German fascist regime killed 170,000 German mentally ill and handicapped people. Это очень важно, то, что Ирина делает, потому что в нашем центре мы говорим о людях с, ну, передвигаются с ограниченными возможностями. Спасибо. Людях с ограниченными возможностями. 160 человек были. 160 тысяч человек погибли во время нацистской Германии. И об этом вот мы сейчас говорим изучается. Об этом, и сейчас это изучается. Это очень важно сейчас, и та работа, которую Ирина делает, мы вместе совместно делаем, это как раз вот о людях с ограниченными возможностями. А в других странах изучаете вы этот вопрос, или только вот Россия сейчас вас заинтересовала? Are you only work with Russian history, or you working with others? No, we are working basically on Germany, but also in second on Europe. We have projects about Poland, we have research in England, I work on Spain, so we are basically European. У нас несколько больших проектов, мы не только работаем вот с Россией, просто вот в этом направлении, а у меня сейчас проект, я работаю с Испанией, но у нас параллельно с этим с Польшей, с Англией, то есть but мы Russia, работаем в этом направлении. But Russia is especially important because, as I said, people are not so much aware of the millions of civilian deaths here in Russia. So it is a country that Россия suffered most, so it's important. Очень важное направление, очень важное в России, потому что мало исследовано. Мало исследовано, и немцы мало знают о том, сколько людей, сколько по статистике вот погибло здесь и были жертвами нацистской Германии. And one more thing, I think this work Irina is doing with this exhibition, or you two are doing, is also very important in general, because it's about how society is treating the weak people. And the Nazis decided we don't want weak people, they only eat, they don't produce, they are not productive, so we kill them. В целом наша совместная работа очень важна, потому что вот работа с людьми, работа в области жертвы с ограниченными возможностями, людей с ограниченными возможностями, эта часть истории, она, в общем-то, вот мало изучена, и вот она наша совместная... Нам, как мы ведем себя, как мы относимся к людям, к слабым людям, да, и нацисты показали это своим действием, да, они их уничтожали, потому что они не хотели кушать, но они не давали им кушать, потому что это как бы экономический фактор был, да, то есть они были бесполезные едоки, да, вот нацисты их так, ну, как бы...
обычно использовали, да, а вот мы, когда делаем эту выставку, то мы показываем, как можно обращаться с людьми с ограниченными возможностями. И сейчас это для России тоже важно, и для Германии это очень важно. Угу. Ну, будем заканчивать, мы время программы подошло к концу. Диссертацию-то защитили? Да, в прошлом году. Ну, тогда поздно поздравлять. Не-не-не, можно поздравлять, потому что надо книгу опубликовать, а книга еще не опубликована. Ну, тогда поздравляем и с наступающим. И с наступающим. А вам большое спасибо, что к нам в гости пришли. Наши телезрители уже услышали сейчас, что можно заявочным способом обратиться в медицинский университет. После этого выставка переедет в психиатрическую больницу, в Ставропольскую, правильно, краевую? Mm-hmm. Да, до конца месяца. И до конца месяца можно будет ознакомиться с этими всеми работами, с этими стендами выставочными. Друзья, вам большое спасибо, что с нами были. Никуда не переключайте, оставайтесь на своем ТВ. А вам большое спасибо, что были у нас в студии. До свидания. Спасибо вам.